Всем привет. Ну, я надеюсь, если предыдущее видео вам понравилось, для по скорости от Арена, сегодня мы будем рассматривать, как нашу систему сделать пошустрее, например. Ну, чтоб загружалось быстрее, реагировал любые папки там, работал там, я не знаю, пошустрее просто-напросто. Вот. Делаем просто. Сперва мы делаем одну вещь, которая называется ваш мусор глубочайший. Мусор, он, как видно, забивает всю вашу систему. Здесь в программе дата есть, то же самое скрытое. Здесь много может быть прибамбасов, которые вы даже и не знаете, что это такое. Но в принципе, если не знаете, лучше сюда не лезть. Есть папки скрытые, то же самое. Как бы вы их не найдете, пока вы не откроете скрытые элементы. Потом еще покажу, где в другом месте открывать. Локал. Вот папка темп. Ну, у меня пока чистенько. Убираем просто. Ну, в принципе, там, который есть у вас. Здесь может быть по 2, по 3, по 5, по 8 гигов. Даже больше может быть гигов у вас стоять. И из-за этого загружается долго. Многим пользователям, не только пользователям, я сколько приходил, компьютер чистил, они всегда оставляют в корзине. И потом найти. Но в принципе, если не нужны, лучше удалять их. Но если в которые вы можете забыть, ну это то же самое, можно потом найти и никакую программу не искать. Так, и еще вот у меня есть инсталлер. Ну, если у кого-то разные инсталлеры стоят, ну в принципе, здесь важно для чего, что вам нужно здесь кое-какие программы нужны, только важно для компьютера. Это архиватор, может быть, скорее всего, это часы, то же самое, например, ну все остальное, флешплеер, чтобы вас проигрывал на компьютере ваши игры играть, или, например, кино смотреть, все остальное. Ну, так, дальше что у нас есть? Самое главное, что вам надо. У меня, например, Chrome и Яндекс есть, фотографии. Вот я ставил вот драйвера на мою систему, естественно, ставится. Вот он мой инсталлер. Java то же самое. Это как бы интернет проверяет качество, ну все остальное тоже браузер, не браузер, то же самое, ну практически как браузер. Вот они в библиотеке стоят, это для игр и для всяких документов, это обязательно надо, вот чтобы было. Вот это вот для игр может быть, скорее всего. Вот видеокарты у вас должны быть под видеокарту, чтобы, ну, чтобы не так вот медленно вот ходил, а вот так вот быстро. Так, вот звук обязательно нужен. Вот у вас может одна быть, ну тут есть две, например, там еще плюс утилиты к этому. Так, что там, ну это может не надо, но это потом попозже объясню, зачем нужно. Так, вторая, ну Яндекс, ну в принципе фотографии, все что. Все, в принципе, вам ничего не надо. Если лишнее, вот, например, у меня инсталлер Orbit 8.2, то же самое у меня есть в облаке, можете сказать, я ссылочку все сделаю вам. То же самое у меня с ключами. Ну, в принципе, настройки поставите здесь, вот, принудительные очистки остатков, вот, например, ваши куки лишние, вот они куки патчи, самое главное тоже они забивает это, блин, мусор говнистый, блин, проще сказать. А, так, здесь вот настройки,
здесь как вам понравится. Здесь немного, конечно, но обновлять автоматически не надо, он будет у вас просто ключи все слетят в принципе. Вот, а потом Яндекс, как я перед этим в Яндексе то же самое вам писал, делаем настройки. И вам надо будет, вот у меня Chrome, например, стоит, у кого-то может другой. Но Chrome поисковик, Яндекс и Chrome, они одновременно работают, это лучше. Дзен это убирать, естественно, надо, чтобы, может темную, может светлую, тут, ну, неважно. Кнопку Яндекс тоже не надо, анимацию вот эту вот все убираете. Умную строку не надо, ограничить минимальную ширину вкладки, это то же самое, что, ну, в принципе, вот Яндекс. Вот это вот. Когда при загрузке, это потом так коротко становится, здесь много вкладок просто-напросто. А, персональный не надо, тоже не ставьте. Это для того, чтобы скорость маленько пошевелилась у вас. А, вот это вот, если вы картами не пользуетесь, не надо, потому что вот здесь она высвечиваться будет. Или вот здесь вот будет высвечиваться. Вот они, пожалуйста. Здесь вот. Здесь можно блокировать все остальное. Так. Шокирующую рекламу. Это над порнухой, ну и все остальное. А можете ставить. Сохранить в загрузке. Это у меня. Чтобы, да, кстати, важно для того, чтобы до загрузки. Ну вот они. Вот у меня, например, стоит он на F, у кого-то D, у кого-то J, ну и все остальное. Чтобы в папке, как я объяснял, то что Торрен и все остальное, она здесь сохраняется. Турбо, ну, у меня скорость, ну, вот я ставлю включено, выключу, то у меня как бы антенна стоит и пошустрее у меня молотит. Так. Ну, в принципе, пока здесь все. Сколько я не ходил, не смотрел, сколько я не делал, у меня вот, наверное, USB Beeline, у кого-то, например, там Tele 2 или еще что-нибудь стоит, но, по крайней мере, в моей Waskitime там или где-нибудь в Beeline у меня как бы он надежнее и работает уже много лет я с ним, просто я как-то меняю. И заметьте, если вот это получение, отправка, все работает, это вот, например, у меня еще мало, у кого-то идет гигабайт, 2-3 гигабайта идет, просто это вот на десятках так, например, все параметры. Здесь может быть обновление, вот обновление стоит, вот у меня вот отключено. Но, в принципе, не надо вот это вот все. Оно вот так вот как молотит. И зависит все у вас от антивирусника. Плюс к этому еще. У меня Касперский, он как бы... я перед этим писал, не только писал, и объяснял, почему у меня он стоит. Он некоторые ссылки, которые к вам запускают, вирусники и все остальное, он как бы придерживает и не дает им... равномерно вот так вот держит. Ну, умная машина, честно говорю. Так, чтобы отключить вам обновление, сейчас мы найдем. Так, не здесь, не то. Панель управления. Так, это чтобы у вас не было обновления, вот это чтобы не шло, административная строка. Вниз опускаемся. Смотрим службы. Больше сюда, в принципе, не надо лезть. Здесь можете останавливать это самое ваше все службы. Обновление Windows. Вот делайте. Не надо запускать свойства.
вручную здесь отключена, например, применить, окей. Вручную можете также сделать, и он у вас не будет обновляться. То же самое можете и, ну, здесь, по-моему, антивирусник не делается, да, это только это внутри надо отключать, и маленькому будет как бы пошустрее. Столь важно, важно. А, так, так, ну ладно, бог с ним. Есть программы, которые сами они чистят. Вот. Ну, я, конечно, не рекламирую, это ваши дела. Вот она. Вот так. Вот этой программой можно, естественно, сделать. Это то же самое программа есть у вас, например, вот это вот. Свойства. Сервис, вот, оптимизация повышает активность вашей работы. Но это стандартно идет, в принципе. А как бы вот это, то же самое, ссылочку скинул вам. А, вот она. Она более продвинутая. И здесь важно просто-напросто жесткие диски. Вот, например, у меня тоже вот маленькая. Ну, как не затупил, но разбрасывается тоже, видите. Это важно. Почему? Потому что он пока не найдет эту программу. Она может вот здесь и быть, но это тоже загрузка дольше будет намного. Но ему тяжело, по крайней мере, работать. А когда они оптимизированы, все вот эти в куче, и он как бы начинает пошустрее работать. Ну вот эти не обращайте внимания, синенькие, там розовенькие. Ну здесь у меня FD, там, ну по крайней мере, ну вот сразу он показывает, что 7% надо убирать. Так, ну я пока поставлю на паузу временно, подождем. Ну что, в принципе, начинает уже по окончанию. Вот эти вот. Вот этот цвет, например, розовый или какой он там. В принципе, он находится вот здесь. Это типа кэши, ну и все остальное. Вин-система. Вот это все здесь, вот это вот все находится. Здесь около тысячи, миллионы могут быть. Короче, до хрена. Это вот это вот, вот эта вот хрень там находится. В принципе, и как бы не надо стараться там папки удалять лишние, которые вы, если не знаете папки, ну, в принципе, не надо их удалять, просто смысла нету. А для этого есть как бы другие программы хорошие, которые можно в них еще до сих пор работать. Так, ну этот у меня не надо. Но, в принципе, то же самое можете и да сделать. Здесь дальше я вот сейчас не очищал, сейчас просто покажу. Очистить кэш, журналы Safari. Это у меня там программа поработала. Закрываем. Смотрим еще раз. Удаляем ярлыки. Вот открываем. Здесь самое главное очищать. А многие критикуют эту программу, потому что они ставят галочки, где попало и что попало. И потом она как бы у них сносит резервные копии Windows. Это то, что он копирует. Например, там безопасность, все остальное. А резервное обновление — это то, что у вас обновлялся раньше. Ну, в принципе, можно и не надо, но это не важно. Это если у вас старая версия, семерка или восьмерка там перешла на десятку, ну, можно, значит, убрать это все. Временные файлы — это что вы открываете каждую страницу, она копируется и устанавливается здесь. Временные файлы установки — это то, что вы какую-либо программу закачиваете, она делает временную папку, а потом копируется в Windows и оставляется регистрации
Это как вы работаете? Мне нужно файлы, это кэш. Ну, в принципе, вот так уберем и очищаем здесь предупреждение, естественно. Она все отсюда удаляется. Закрываем. Ну, в принципе, все, мусор убраны. Здесь же идет панель мониторинга, то же самое. Здесь можете смотреть, как вы будете как бы делать. Здесь сканирование идет. Если вы, например, не хотите как-то делать, но в принципе вот здесь значочек то же самое будет, когда мне в принципе не надо. Тоже автономный инсталлятор как бы всех файлов, лишний мусор, все остальное. Показываю, что вот эту я сколько раз объяснял. Но в принципе, ну, я не знаю, может не хотят, может и не скачивать. Ну, в принципе, дело ваше. Вопросов нет. Здесь вот быстрая проверка идет, то же самое. Потом освобождение, освобождение браузеров. Это в принципе кэш, ну, в смысле твики, все остальное. Здесь сколько вы были, пароли, ну и все остальное запаролинит. Запускаю вместе, смотрим сразу, что нам нужно. Флеш-плеер, так, мобильный драйвер. Так, это нужно детектор. Ну вот так вот. Полностью все пораскрылось. С USB, ну это что идет у нас? Это ключи автоматические, оконец, этого мне нужно. Так, это у меня программа работает. Это вы можете удалить. Это драйвера все стоят. То же самое. Ну, это у меня стоит, но можно я, в принципе. Так. Это то, что программа, которая у нас работала автоматически. Ну, в принципе, Яндекс. Ну, вот так вот. Чего удобно, что он сам показывает, проверяет, сколько в программы. В этой же программе можно то же самое посмотреть. Вот мусор стоит. Удаляем, например, этот весь мусор. Ну, когда вот это вот все сделали, у вас должна система молотить только в путь. Запомните, лишние программы, лишние файлы не надо удалять. Не думаю, не надо придумывать вертолет, когда он уже давно придумал. Но, в принципе, у меня система уже. Делаем вид, закрываем. Сами видите, у меня веселее работает. Любая программа. Все работает. Так, смотрим интернет у нас. А, черт. Ну вот. Ну, сами видите, доли секунды, в принципе, он открылся у меня. Потому что это USB модем. Есть у кого-то сетка стоит, но по сетке самое большое 500, 600, но 800, даже это, по-моему, для сетки караул.
Это слишком быстро, до них 800. А здесь у меня идет по 15. Сами смотрели предыдущие видео, там у меня было и 15, и 8, и 10, и 15, 18, и до 20 мегабит в секунду скачивается. У него буквально 40 гигов, буквально за 3 часа. Ну, это, в принципе, нормально, положительно для меня. То есть, кто заметил, что сетки. А по воздушным, например, по модемам, ну, мне кажется, шустрее и лучше. Во-первых, во-вторых, это антенну надо брать. Я вот себе как бы купил антенну, и это как бы надолго хватило. Мне уже 4 года молочу с этой антенной. ПТО. Шикарно все. Я скорость не знаю, что такое плохо. Ну и все прелести по интернету. Ну все, спасибо, до свидания. Все подписывайтесь, жду.